Добро пожаловать в магазин радужных друзей. Мэг, смотри, не споткнись. Где же коробки? Если я не успею их найти и спрятаться, Синя меня догонит и съест. Может, поискать там? Ох, кажется, оторвалась. Он догнал меня в реальном мире. Солнышко, успокойся, это же всего лишь игрушка. Кстати, ты можешь выбрать любой подарок в честь дня рождения. Правда? Класс! Здесь столько всего крутого! Этот кубик из квеста игры будет отлично смотреться в моей комнате. Плюшевый синий тоже пойдет со мной. Ой, неужели я съем зеленого, а не он меня? А постеры украсят стены комнаты. Я возьму все это. Это все дорого стоит. Но я вижу, что для вас это не проблема. Наша дочка выглядит такой счастливой. Держите, сдачи не надо. Благодарю, вы так щедры. Что тут еще есть интересного? Эй, я тебя больше не боюсь. Мамочки! Дорогая, тебе стоит меньше играть в видеоигры. Так, ты выбрала все, что хотела. Хочу еще эту куклу. Без проблем. До свидания, приходите еще. Обожаю клиентов с толстым кошельком. Я на них неплохо заработал. Мне причудилось. Понял. Если что, я ничего не видел. Кстати, в честь праздника можешь не идти завтра в колледж. Ура, наконец-то отдохну. Сюрприз. С днем рождения, внученька. Ты так повзрослела. Дедуля, я рада тебя видеть! Сперва загадай желание и задуй свечи. Ой, точно, хорошо! Я уже придумала! Ура! Ты так редко к нам приезжаешь, я очень скучала. Осторожнее, а то торт уроню. Извини. Сладкое, это, конечно, хорошо, но у меня есть для тебя кое-что поинтереснее. О, он даже меня заинтриговал. Это особенный подарок, ты должна быть с ним аккуратнее. Ведь это магическое сердечко, и оно на самом деле непростое, так как способно оживить любой предмет или игрушку. В этом деле также понадобится сильное желание сделать друга реальным, а также щепотка магии. Ого! Серьезно? Не знала, что так можно. Да, я тебе это гарантирую. Тогда пойдем и вместе проверим. Мэг, подожди. Мне очень жаль, но мне пора в аэропорт. Неужели опять? К сожалению, да. Работа не ждет. А когда ты снова нас навестишь? Милая, ты же знаешь, что у дедушки еще много важных дел. Мама права. Но ты не должна грустить в свой день рождения. Выше нос, он же не навсегда уехал. У меня есть предложение. Почему бы нам не пойти к тебе в комнату и не разобрать покупки? Игрушки будут сидеть здесь, а любимое фото с дедулей на самом видном месте. Вот и закончили. Новый интерьер выглядит очень ярко. Теперь моя комната нравится мне намного больше. Да, неплохо. Ох, вы только взгляните на время. Уже очень поздно, пора ложиться спать. Сладких снов, Карамелька. Спокойной ночи. Но Мэг, кажется, спать пока совсем не хочет. У меня сегодня появилось столько крутых игрушек. Еще и дедушку увидела. Он подарил мне очень необычный подарок. Кстати, что он говорил насчет него? Оно на самом деле непростое. Стоя, так как способна оживить любой предмет или игрушку. Точно! Интересно, получится ли у меня сделать реального синего друга? Сейчас и проверю. Операционный стол есть. Не бойся, дружок, это не больно. Хирург Мэг сделает все как надо. Давай для начала тебя послушаем. Да, сердцебиения нет, как я и думала. Но я это скоро исправлю. Скальпель есть? Сейчас сделаю надрез. Главное, не пугайся. Ты все равно пока ничего не почувствуешь. Теперь самый важный этап. Надо медленно и очень аккуратно поместить в тело синего магическое сердечко. Ох, что-то не получается. Ай, не важно. Вот так. Оно поместилось. Осталось все зашить. Повезло, что я в детстве шила куклам платья. Навыки остались. Отлично, ты снова как новенький. Давай наденем на тебя стильные аксессуары. С этой цепью ты станешь самой крутой игрушкой на полке. Вау, как круто получилось. Эх, дедуля, если бы ты это видел, ты бы мной гордился. Мэг, почему ты еще не спишь? Уже почти полночь. Ложись отдыхать. Хорошо, пап. Эх, не успеем мы с тобой сегодня поиграть. Но ничего страшного. Завтра у нас будет много времени. Сладких снов! Интересно, что это за место? О, а что тут делает мой рюкзак? Наверное, родители принесли. Надо глянуть, что внутри. Вдруг там еще подарки. Стоп, это же... Синий друг! Вот ты попалась в мою ловушку. Нет! Нет. Не трогай меня, я просто мимо проходила. И что это? Слайм? Нет, это какая-то странная слизь. А, ты ожил? Значит, все сработало. Я думала, ты добрый. Отстань от меня. Далеко не убежишь. Похоже, магическое сердце заработало не совсем так, как хотела Мэг. Фух, его здесь нет? Повезло. Так, где бы мне спрятаться? О нет, он идет.
Я знаю, что ты там. Лучше открой дверь. Еще чего? О, коробка. То, что мне сейчас нужно. Я в домике. Куда она могла исчезнуть? Не понимаю. Может, я где-то ошибся? Ищу в другой комнате. Повезло, что трюк с коробкой работает как в игре, так и в реальной жизни. Надо будет носить ее с собой. Ой, точно! Я же должна предупредить родителей. Мама, папа, скорее просыпайтесь. По нашей квартире бродит синий монстр, которого я оживила. Ты слишком много играешь в свои игры, вот и почудилась. Ты вообще время видела? Иди спать. Зачем ты включила телевизор? Я ничего не делала. Приветствую в игре, радужные друзья. Испытания для вашей семьи вот-вот начнутся. Советую вам быть осторожными и не попасться на глаза синему другу. Что за бред? Перейдем к последним событиям в Трум-Сити. О, новости. Теперь все точно будет хорошо. Не о чем беспокоиться. Но я говорю правду. В этом году в центре города пройдет ярмарка тыкв. Ой. Подвиньтесь. Надеюсь, вы уже готовы, ведь ваше первое испытание начинается прямо сейчас. Мои кубики разбросаны, и вы должны исправить ситуацию. Опять этот странный силуэт? О каком еще испытании идет речь? Надо собрать пирамиду из кубиков и не попасться в лапы синего друга. Но надо сделать это быстро, у нас не так много времени. Фрэнк, Мэг, там монстр! Прячьтесь! Я определенно слышал, как отсюда доносились чьи-то голоса. Но и тут никого нет. Что-то мне сегодня не везет. Как он оказался в нашем доме? Мне страшно. Мне тоже. А вы мне не верили. Чем быстрее мы закончим испытание, тем лучше. Возьмите по коробке, в них вы можете спрятаться от монстров. А теперь пойдем на поиски кубиков. Где же они могут быть? О, нашла! Отлично, мы на один кубик ближе к победе. Посмотрим, может, в этой комнате найдется еще несколько. Ха, вот где ты спрятался. Не сразу тебя заметила. Ой-ой, судя по шагам, это синий. Ха, на кухне не было игроков, зато были вкусные пирожные. И я смог перекусить. Фух, это было близко. Надо скорее узнать у родителей, как их успехи. Два кубика уже есть. О, Мэг, заходи. Ты тоже нашла парочку? Ага, это было легко. Какая ты у меня молодец. Клади их сюда, скорее. Осталось найти еще два. Надеюсь, папа с этим справится. Ты пока отдохни. А, что за грохот? Монстр приближается. Мама, я боюсь. Нашел. Я нашел последние кубики. Куда их ставить? Сюда? О, замечательно. Мы быстро все сделали. Это благодаря командной работе. Теперь можно спокойно выдохнуть. А, монстр? Фух, всего лишь фотография. Спасибо. Надеюсь, синий не смог поймать слишком многих из вас. Да, мы все тут. Мы его обхитрили. Интересно, что он еще расскажет. Вы успешно справились с заданием. Итак, перейдем к вашему следующему испытанию. Постойте, это что, шоколадный? Да, шоколадный мой любимый. Так вот, вернемся к теме разговора. Сейчас вам нужно собрать еду для него. Для кого? О ком речь? Он имеет в виду оранжевого. Это такой монстр с большой пастью, который очень любит есть. А это еще что? Какие-то следы? Я слышу чьи-то шаги. Это оранжевый. Доставайте свои коробки. Прячемся быстро. Где моя еда? Опасность миновала? Ребята, вылезайте. Он убежал? Отлично. Я начинаю уже к этому привыкать. А я не очень. Смотрите, это же специальная колба для еды оранжевого. Все найденное надо насыпать туда. Пойдем. Делайте, что хотите, а я пока перекушу. У нас уже есть так много корма для того монстрика. Осталось просто наполнить емкость. Мэг и ее семья время зря не теряют. Ну же, мы почти выполнили задание. Осталось совсем чуть-чуть. Ох, еда, которую мы нашли, закончилась. Но, кажется, у папы осталось еще немного попкорна. Эй, не смотрите на меня так. Дорогой, это для общего блага. Ладно, так уже быть. Забирайте. Ну что, не переживай, я совсем разобралась. Надеюсь, этот монстр тоже любит шоколадный попкорн. Отлично, мы все сделали. Ура! Все-таки эта жертва была не напрасной. Судя по всему, оранжевый проснулся. Нет причин беспокоиться из-за него. А сейчас вам нужно пройти следующее испытание. Все, что от вас требуется, это найти их. Настало время искать лампочки и батарейки. Мое чутье подсказывает, что тут что-то есть. О, оно меня не подвело. Там нет, тут тоже. О, нашел! Вот так совместными усилиями семья миллионеров потихоньку приближается к победе. Осталось совсем немного. Теперь эта комната станет ярче. Их-ы, как красиво! Хм, где же стоит искать оставшиеся штучки? О, так и знала, что найду что-то в гостиной.
Отлично, батарейка и лампочка есть. Похоже, здесь тоже что-то припрятано. Да там же лампочка! Ура! Повезло так повезло, ты пойдешь со мной. Нет, это ты пойдешь со мной. Мамочки, как я его не услышала! Эй, ты, чудище, не смей трогать мою драгоценную дочь! Мэг, беги скорее! Как же жутко! Отстань от меня! Это вообще-то не по правилам! Не нужны мне ваши правила! Не мешай моей семье проходить испытания! Эти ребята настроены серьезно! Ого, не ожидала найти ее в своей шкатулке! И батарейка тут как тут! О, милая, как проходят поиски! Меня хотел схватить синий! Но папа, как герой, задержал его и спас меня! Дочь, держи все лампочки и батарейки и беги! Я с ним разберусь! Ох, успех зависит от меня! Неужели все лампочки на месте? Супер, все работает! Осталось вставить батарейки. Вот так. Ура, мы закончили! Ну уже телевизор должен включиться. Молодец, ты справилась со всеми испытаниями. Это было довольно быстро. Рада слышать. Постой, но где мои родители? Они ведь в порядке? Ты сама скоро все увидишь. Как это понимать? Отойди, не трогай меня. Лучше возьми из шкафа все печеньки. О нет, я оставила свою коробку в гостиной. Вот, тогда возьми пупса. О, он такой милый! Похож на меня в детстве! Это мой шанс сбежать! Не думала, что меня спасет игрушка! Вот и сиди здесь с пупсом сам! Эй, стой! Что-то я слишком увлекся! Где же мама и папа? Неужели я осталась одна? Сюрприз! А вот и мы! Празднование твоего дня рождения продолжается! Вы целы? О нет! Синий все-таки нас настиг! Это конец! Мама, папа, я вас очень люблю! Хе-хе-хе, попались! Надеюсь, вам понравился мой розыгрыш. Я очень старался. Дедуля? Так все это время синим другом был ты? Дайте я вас всех обниму. Тебе все понравилось? Спасибо вам всем! Это лучший день рождения в моей жизни! Главное пробежать очень быстро, пока не повылазили все пугалки. Ясно. Если мы в жутком коридоре, значит жди подвоха. Доча, снова сидишь допоздна. Ты уже должна видеть пятый сон. И что это ее так увлекло? Не против, если я присоединюсь? О, мягкое место под угрозой. Ну и шалунишка. Осмотрим стену на потайные ходы. А, в мои времена Марио такое не вытворял. Хочешь немного адреналина, пап? Белки-стрелки, только расслабился. Вот это да, занятный гаджет. Сама сделала. Чтоб дополнить ауру. Я заценил. Приглушенный свет – это сейчас модно. Я ведь уже не молод. А что я нажал? Деньги под матрасом, только не ешь. Держись, папуля. Живым не дамся. Отличный полет, папа Дактиль. Вторжение чудищ. Опасность отступила. Видишь, как я тебя развлек. Чуть ужин не выплюнул. Повеселились перед сном и хватит. Устраивайся поуютнее, детка. Завтра доиграешь. Фух. Доброй ночи. Где моя валерьянка? Дальше заставлю рубиться в Роблокс. Интересно, психиатры нынче дорогие. Повезло, что не заикаюсь. Больше мне не попадайся, наглый Фейс. Нигде часом не осталось таких сюрпризов. Слыхал, в этом доме живет непослушная девчонка. Мы станем хорошими друзьями. Я ведь тоже озорной по натуре. Для начала исследуй этот мир. Сладенько сопишь, Сандра? А как же обнимашки с одиноким Хаги-Ваги? Борьба с магической тряпкой не входила в мои планы. Решила поиграть в прятки, маленькая проказница. От Хаги не скрыться. Так-так, попалась. Опытный геймер всегда найдет выход. Улизнула прямо из лап. А ну-ка стоять, объятия тебя настигнут. Я могу еще долго бегать, прилег отдохнуть. Баги не отступают. В тупике мои шансы резко уменьшаются. Доигралась, попрыгунья стрекоза. Эти адские огни выжигают зрачки. Наведем резкость. Слава Кэндикэту, я снова в строю. Ничего себе пасть. Какая мерзость. Тебе стоит пересмотреть свой рацион. Прикупи зубную щетку, амиго. Так и знал, что игрок 15 уже испортился. Теперь моя очередь. Подставляй свой синий бачок. Покрутила же зверушку. Да, наверное, пальцы в нос были лишними. Эй, ты как? Посторонись, кровожадное создание. Не хочу, чтобы мой мех полинял от страха. Я просто пошутила, извини. Здесь тебе ничего не угрожает. Смотри, она должна излечить твои душевные раны. О, киси, дорогая! Рада, что мы подружились.
Думаю, будет чудесно, если ты денек-другой поживешь у меня. Чувствуй себя как дома, Хаги. Ауч, похоже, у меня слишком большой мозг для ваших чехлов с перьями. Он такой забавный. Ой, предыдущий игрок знатно прилип. Сожалею о твоей судьбе, кто бы ты ни был, но придется тебе доживать дни на милом одеялке. Неотразимо, как и ранее. Вроде уснул. Скорее бы завтрашние приключения. Пока что Сандра спокойно отдыхает. Но какие еще переделки ждут ее с таким питомцем? Эх, снилось, что папа стал орком из Варкрафта. Ну, ему идет зеленый. А куда же Хаги подевался? Убежал назад в телек? Все-таки и это был сон. Конечно, глупо было надеяться. Нужно подобрать себе грустный наряд на сегодня. Вывалилась? Значит, судьба. Хаги, ты настоящий! Ура! Аврал, быстрее прячься между платьями. Доброе утро, малышка. Уже проснулась? Я слышал странные звуки. Проходила сложный уровень. Пойдем, пап. Тебе же нельзя опаздывать в офис, не так ли? И вообще, пора завтракать, ворчун. Пучеглазый меня преследует. И как он возвращается на место? Не желаете ли еще чайку, мистер Ваги? Хаги решил переквалифицироваться? Это не то, о чем ты подумала. Репетирую новый сценарий. Расслабься и лучше подкрепись. Пища! Спокойнее, волосатик. Оставь хотя бы тарелку в покое. Ты что натворил? Пойдешь сам папе объяснять происшествие? Я не я, когда голоден. В следующий раз ешь с одноразовых. Понял, шеф. И так не наелся. Ладно, первый раз не подфартило. Сделаем ставку на неожиданность. Надеюсь, этот лук намекнет, что у меня новый монстра-друг. Трепещи, дитя человека! Не балуйся в одиночку. Вернусь раньше, чем папа с работы. Понятно. Кажется, у меня экзистенциальный кризис. Но тем временем я могу подготовить для девчонки парочку ужасающих сюрпризов. Занятно люди живут. Растения в банках, ковер похож на кузена Ричи. Привет, мини-Сандра. Не успел привыкнуть. Хоть бы лез на 13-й этаж не зря. Быстрее справлюсь, речь разбогатею. Фу, позавчерашний мудрец 49. Точно, Сандра упоминала какую-то щетку. На размерчике сэкономили, но ситуация не оставляет выбора. И все 200 будут сиять. Хм, неплохой результат. Теперь буду сражать жертву мятным дыханием. Погодите-ка, неужели это и есть тот самый сосуд для мытья? Удачно я зашел к ним. Ниху! Наводка на сей раз оказалась не из лучших. Нету времени на раздумья. Пора за работу. Девушка, держите себя в руках. А шкатулка – это хороший знак. Вот и начался твой путь, ломбард, мое золото. Чем бы у них еще поживиться? Скоро даже шелковый платочек не сможет застрять на моих зарослях. Вдруг у них сейф под плиткой. О-оу, надо стучать, молодой человек. Только не кради мою душу. Но я пахну лавандой. Святейший доллар, помоги мне это развидеть. Странно, Золушка так и не дождалась своего бала. Лишь бы Хаги не устроил в нашей квартире зверскую вечеринку. Есть кто дома? Забросил свои шуточки. А я уже была распереживалась. Господин монстр, ваше прикрытие рассекречено. Ты в ужасе? Разве что от незваных гостей. Спокойно, просто показалось. Просила не шалить. Обман зрения. Дома тебя оставлять больше нельзя. Плохой Хаги. У него еще такие противные усы и нос картошкой. Чувствуете? В Трум-колледж надвигается сенсация. Зацени, обстановка благоприятная. Сколько народу! Эй, не труси! Возьму дело в свои руки. Мы пропали. Привет, девочки. О ком сплетничаете? Эй, ребята, здорово. Не хотите познакомиться с моим новым другом? Он очень стеснительный. Прекрати, нет у тебя друзей. Ну зачем вы так? Он в двух шагах. Громадный и с выразительным взглядом. И имя у твоего воображаемого друга есть. Реджинальд или Торвальд? Чтоб попафоснее. Подруга в беде. Соберись. Чудовище ты или кто? Ходите на свидание, врунишка. Переступил свой страх. Спасайте, кто может! Где мой учебник по биологии? Не верится. У всех что, срочные дела? Ты мастер эффектных появлений, Хаг. Секунду. Смотри, я твой самый преданный фанат. Черкнешь автограф? Первый поклонник. Распишись. Без меня никуда. Заработай, палка. Но сойдет. Чмоки, Хаги. Попробуй так. Ого, чудеса. Счастье и синевы. Опять. Терпение не резиновое. Сейчас я с тобой разберусь, плохая бумажка. Пока-пока. Хаги достиг просветления. Бу! Конец моим новеньким очкам. Лучше бы ты сюда не совался. Нашла! О, приятный запах. Начал чистить зубы? Молодец.
Готов к поединку? Не кипяти, студент! Начинай молиться, пугало! Жестко. Говорят же, что фаны сумасшедшие! Срочно нужно скрыться! Если бы не тетрадь, точно бы пролез! Пережду здесь! Финита ля комедия, дружок! Руки вверх! Провал задания! Продолжу поиски! Ух, я ему покажу! Катапульта! Прилип же очкозавр! Кстати, о нем! Уходим! Возомнил себя самым ловким, мохнатая морда! О, Вес! Ваги сможет! Тут и будет моя тихая гавань! Отлично выглядишь! Ты в тупике! Время расплаты! Час работы на смарку! Опс, тебе идет! Нарвался, Крисси! Рад повидаться! Куда спешишь? Форы на 3 секунды! Сюда! Я иду за тобой! О-оу, пустите! Помогите кто-нибудь! Убивают! Фух, начну делать зарядку. Не сбежишь, ботаник. Кажется, оторвался. Тебе почудилось. Только бы Хаги был жив-здоров. Отличная идейка. Придержи лошадей, Кэрол. И не подумаю. Ах, вот ты где застрял. Я на месте. Ой, забыли смыть. Остается один вариант. Хаги, дорогой, ты там? Выходи. Разобрался-таки с маркером. Никого нет дома? Ясно. А где же самые страшные монстры на планете? Бу. Ой-ой-ой, ничего себе, даже мороз по коже. Спасите, люди добрые, какой ужас! Волосы дыбом. Сандра, будет тебе, это же я. Смотри, не потеряй сознание от стресса. Что скажешь, Ваги? Не люблю лиловый. Пойдем, кудлатый Стивен Кинг, мы собираемся на вечеринку. Ты будешь моим главным экспертом. Присаживайтесь, сэр. Вот тебе буклетик, а я вернусь через минутку. Жду. Я так взволнована. Один момент, надо сразить их на повал. Та-дам! Поохотимся на сверхъестественное? Не забывай, я тоже прихоть природы. Так себе. Скукотища. Следующий. У Ваги прихотливый вкус. Как насчет этого? Зубная фея. Нет-нет, клыки это святое. Да. А если с твоим любимым цветом? Мне к лицу? О, ты знаешь, оно не подходит. Аксессуар спасет ситуацию. Ну? Класс! Звезда тусы! Странное у него чувство стиля. Огонь, да? Просто отпад, подруга. Ничего ты не понимаешь. Эуч, откуда столько злобы? Видишь, что ты наделала, горе-модница. Фу! Будешь кричать, ущипну. Бульк! Образ супер. Мы определились. Отлично, Хаги. Взорвем эту вечеринку. Неужели обнимашки? Тоже хочу костюм. Он уже на тебе. Подожди у двери. А костюм, Сандра? Сейчас все будет. Уговорил. Можешь готовиться к перевоплощению. Так-так, прими удобную позу. Начинаем волшебство. Колени тоже. Сохранить. Ладно, отмена. Снова в норме? Спасибо за воду, что я такой синий. Ты неисправим. Чем бы тебя принарядить? Сообразила. Выйдешь отсюда стилягой. Она прекрасно подчеркнет твои губы. Теперь и костюм нарисовался. Прелесть. Прошу на вечеринку, красавчик. Зачетная тусня, ребятки. Смотрю, здесь собрались сливки общества. Не будь таким застенчивым, Хаги. Тебя никто не узнает. Пойдем сразу на танцпол. Гарантирую, тебе понравится. Твоя первая в жизни тусовка. Пропустите зайчика. Парень, у тебя шикарный образ. Привет, люди. Привет. А это повторите. Уи, тролли-бали. Бум-бада-бум. Зажигаем до утра. Я крутой, ты кто такой? Хаги-ваги, не отстой. Отрываемся по полной, бродяги. Ну-ка, задайте немного хаги-вуги, народ. Эксклюзивные движения. Синий в ударе. Видимо, Хаги решил выпустить свою взрывную энергию в мир. Коронный номер. Закружилась в голове, очаровашка. Этот вечер навсегда в моей душе. Не вижу ваших рук. Веселимся. Вишенка на торте. Вы все настоящие молодцы. Омаров мне. Ой, почти влипла. Слушаю, хозяйка. Знакомься, Мия, наша дочурка. Здрасте. Вы обязательно поладите? Не сомневаюсь. Плюс одна фанатка, Хаг. Кто здесь у нас такой сладенький, милый зубастик? Эллен, держи себя в руках. Не пугайся, скоро ты к ней привыкнешь. Добро пожаловать, подружка. Давай 5. Еще разок. Ура! Давай-ка мы проведем тебе экскурсию по дому. Минутку. Сначала нужно принять душ. Точно. Осмотр переносится, пучеглазик. До встречи, мам, пап. Прямо по коридору. Она просто чудо.
У нас теперь самое счастливое гнездышко в мире. Ничего себе! Зацени этот роскошный интерьер! Время смыть себя налет бедного приюта. Взбодрились по-миллионерски. Хочу объем, как у мамы. Надо искупать любимого монстрика. Кто там? Поплещемся вместе. Отчаливаю. Ух, эти дайверы. Готов к водным процедурам. Приступаем. Ванна делюкс для мохнатого вип-клиента. Гель с частицами золота. Пригласишь Мию на свою пенную вечеринку, дружок? Релаксация в самом разгаре. Джакузи бурлит, Хаги тусит, а Мия красотка все разрулит. Джакузи бурлит, Хаги тусит, а Мия красотка все разрулит. Шерсть засияет. Небывалая чистота. Согласен, Синий? Действительно оживился на славу. Не ешь меня, чудище! Приплыли. Кто бы говорил? Кажется, я слегка подрос. Только слегка? Хватит таращиться, я сегодня не в форме. Мия, у тебя все нормально? Спокойно, Хаги. Не помешало бы полотенце, Эллен. Супер. Доставка для богатой наследницы. С размером промахнулась. Удвоенный уют. Неси мне самое огромное. Не подходит. Разберемся. Может, в этот раз повезет. Трижды упала, но дотащила ваш ценный груз. Сойдет. Что скажешь? Наконец-то клевый прикид. Думаю, тебе стоит сесть на диету, приятель. Фух, нет сил. А! Она еще и мастер маскировки? Ау! Олигархов грабят. Тоже мне надежда и опора. Ну, желаю приятного отдыха, Эллен. Поехали дальше. Прислуга всегда начеку. О, уютно, да смотрю сон про толстосумов. Весишь, как слоненок. Выпущу его обустраиваться. Эй, полегче, я вообще-то эксклюзивный зверек. Зато как эффектно появился. Ты цел, лохмастик? Вау, посторонись. Наряд настоящей принцессы. Нравится, Хаги? Класс. Примерю. Вуаля. Мне идут блестяшки. Даже красивее, чем Кисси Мисси. Затаись ненадолго. Восстанови запас сил, крошка. А можно порцию побольше? Конечно. Угощайся, друг, ты должно быть проголодался. А вот и добавка. Да-да. Еда посытнее, мисс. Все равно недостаточно. Ого, здорово накинулась. Видимо, бедняжку совсем не кормили в приюте. Есть мое любимое хобби. Спасибо, Мия. Пища! Жуй потише. Наш годовой запас бургеров. Отлично, ты свободна. Ой. Да уж, скорость фантастическая. Пожалуй, отдам на мойку. Держи, было очень вкусно. Зверский аппетит. Родители в гостиной ждут тебя для фотосессии. Ага, бегу. Эй, Хаг, зачем ты сломал блюдо? Выгрыз себе украшение и стал крутым парнем. А ты не мог бы временно уменьшиться? Оу. Пойдем. Харизматичный мини-монстр для сногсшибательного фото. С дочерью нужно запечатлеться в культурном виде. А вот и наша куколка. Ты просто очаровательна в новом платьице, милая. Щелкни радостный момент. Позируем, мои дорогие. Зубки наверх, семейство. Хаги! Улыбочку. Повисим над диваном. Смотрите. Не понял, я таких кадров не припоминаю. Магия вне Хогвартса. Эллен заигралась с фотошопом? Ох, кудлатые мы были на волоске. А давай поиграем на приставке, а? Я за. Но у меня лапа сломана.
Сделаю тебе операцию, и ты мигом выздоровеешь. Только надо стать маленьким. Неплохая идея. Опля! Вы в надежных руках, пациент. Гигиена прежде всего, особенно с такими деликатными чудиками. И Мия превращается в модную медсестру. Последний штрих. С чего бы начать лечение? Некогда сомневаться. Проведем для Хаги полный курс процедур. Наша юная докторша старается изо всех сил. Но пойдет ли это на пользу пострадавшему? Откуда писк? О нет, сердце остановилось. Время срочной реанимации. Держись! Я спасу тебя! Фух, опасность миновала. Вставай и наслаждайся жизнью, мой синий товарищ. Лапа снова цела. Спасибо. Я прикрою. Все в норме? Просто играю, Селин. Пора ложиться в спадки. Да, длинный был денек. Не заметила? Пронесло. Устройство ночлег прямо здесь. Спасать жизни – дело утомительное. Ты чего разлегся? Брысь с моей кровати. И побыстрее. Специально для тебя я приготовила богатое ложе. Сможешь спать возле меня. Но придется превратиться в мини-Хаги. Другое дело. Воспитанные мохнастики Мия отправляются на встречу сладеньким снам. Надеюсь, у этих человеков найдется что-нибудь аппетитное. Горизонт чист, можно полакомиться. Ням-ням-ням. Закуска. Нападу на прохладную коробку с вкусняшками. Посмотрим, какие сокровища тут прячутся. Аврал. Не с места, иначе накажу. Выстраивайтесь в очередь, злодеи. Что происходит, дорогая? У холодильника был огромный монстр. Этот кроха, ты лучше поспи, чтобы не чудилось. Поздно ведь. Богачи сходят с ума, а уборка достается Эллен. Никакого покоя с такой работой. Нет в мире справедливости. Ох, опять снился Хаги в спа-салоне. А что я делаю на полу? Эй, приятель, вставай, уже утро. Не успел выспаться после ночного стресса. Надо размяться. Бррр. Встряхнулись. Ты меня сбросил. Я не нарочно. Все кошмары виноваты. Каждый день рождения какая-то неудача. Сегодня твой праздник? Уменьшайся. Ого, это в мою честь? С днем варенья, доченька. Загадывай желание. Хочу пони. Ура, поздравляем, малыш. Мы приготовили особый сюрприз. Встречай. Слышал, здесь проживает именинница. Давай веселиться и обниматься. Зачем тебе этот комок шерсти, когда пришел я? На мусор. Он мой друг. Чудовище в доме. Не бойтесь, Ваги добрый. Получай, монстр. Нет!